Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре ProTec и долгожданный обзор. Для многих просили много сделать обзор на нож ProTec Malibu. Я выбрал черный, не мужественно синий, и я опять же выбрал в версии реверс Танта, обратная Танта, а не Варнклифф. Да и Варнклифф что-то я у нас пока еще не видел в продаже. Вот, бывают они там всякие синенькие, как я уже говорил, бывают там в такую пирамидку. Ну, в общем, вот самый простой, гладенький. Больше всего здесь было интересно, что тут с твердостью этой самой CPM-20CV и, в принципе, с самим ножом. Про это мы сегодня с вами и поговорим. А нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином Best Blades. Ссылочки на них будут в описании к видео и в закрепленном комментарии. Там же вы найдете ссылочку на мой Instagram. Перейдете туда и увидите заветный промокод, который вам даст отличную скидку в магазине Best Blades. К сожалению, я не могу вам ее озвучить, таковы требования официальных импортеров в Россию ряда брендов. Поэтому заходите, смотрите промокод и вводите его при заказе, и будет вам счастье. Плюс не забывайте, что каждому своему заказу, если поставите галочку, получите вот такой бесплатный викториноксовский нож. Я думаю, есть смысл сразу перейти к его характеристикам. Ножичек достаточно легкий, 90 грамм, оно и понятно. Вот эти вот накладочки изготовлены из алюминиевого сплава 70-75. Это 117 мм длины, 12 в самом толстом месте. Это анодирование 5 класса, очень стойкое. Присутствует вот такое вот темлячное отверстие в очень правильном месте, но, к сожалению, вам придется либо вообще вытащить жилы из 550-го паракорда, либо использовать микро, либо мини-корд. Там вот я немножко в названиях могу быть не точен. Микрокорд знают прям совсем тонкий, а есть примерно посерединке. Присутствует у нас глубокая клипса, она удобная, но, к сожалению, не переставляемая на противоположную сторону. На кармане нож располагается вполне себе комфортно. Это классический флиппер, который я не очень люблю. Как я уже говорил ранее, в моем случае это реверс Танта, обратная Танта. Финиш клинка Stone Wash называется, это такой грубый Stone Wash после пескоструя. Клинок небольшой, 83 мм, из них полезных 80, 3 мм в обухе, как вы видите, сталь CPM-20CV. Заявленная твердость было найти сложно, но с трудом нашел 60-61, проверил, действительно все так оно и есть. Сведение от 0,5 до 0,7 на кончике. 24 мм ширины и 17 из них это прямой спуск. Вообще нож для меня очень сильно противоречивый, поскольку в нем есть несколько, ну, непонятных для меня вещей. Как будто бы это не ProTec, а что-то такое дешевое, автоматическое из типа европейских или американских брендов, но сделанное в Китае. Хотя нож сделан в США. Давайте разбираться по порядку. Во-первых, мне непонятно, почему в оси стоит стальной подшипник. Вот мне вообще это непонятно, какого хрена так сделали. Нож нифига не дешевый, сталь хорошая стоит, все как бы, но при этом стальной подшипник. Загадка. Замок, как вы видите, push button lock. Как бы здесь все нормально, все в порядке. Причем он ровно такой же, как на CVV Cagenti. Да, тут вот без всяких изменений все то же самое. Мне непонятен вот этот момент. Это винты, которые крепят упорную бонку. Да, первое наперво. Нахрена их сделали вот вообще здесь? Поскольку на всех протеках упорная бонка всегда скрыта. Да, что она вставляется в этот алюминий, стягивается осевым, и все хорошо. Нет необходимости выводить эту бонку наружу и как-то ее фиксировать, тем более, когда работает у вас не на подиумах, а на подшипниках, которые прощают многое. Следующий момент. ProTec — это американский бренд, который использует NATO стандарт. Практически все их ножи имеют NSN номера, и поэтому все протеки собирается конструкция на шестигранниках, на хексах. И только клипса обычно, да, вот в обоих вот этих случаях, сидит у нас на торксах. И с какой целью здесь впендюрили тоже торкс, я не понимаю. Получается, здесь торкс, хекс, хекс, торкс, торкс. Хекс, торкс. Мне вот это на самом деле непонятно.
Тем не менее, для того, чтобы понимать получше его габариты, я предлагаю сравнить его с другими известными складными ножами. Очень странная штука. Сказать, что это резак? Нет, это не резак. Это, ну, просто обычный DC-шник. Но вот с рядом вопросов, которые у меня появились, как будто на самом деле это какой-то не протек, а что-то другое. Потому что, ну, блин, стальной подшипник на ноже за достаточно большие деньги, еще даже за до подорожания, это уже на самом деле странно. Плюс вот эта вот тема с винтами... Ну, не менее, на мой взгляд, странные. Но как бы что есть, то есть. Следующий вопрос, который у меня к этому ножу, это его эргономика и удобство использования. А соответственно, это лучше всего проверяется именно вот тем самым нарезанием EDC-продуктов, назовем это так. И, разумеется, проверим эргономику при каких-то более-менее тяжелых работах, построгаем твердую деревяшку. Нож, не знаю, как-то вот много в нем непонятного, там в итогах я это все проговорю. Эргономика тоже у него, продукты порезал, разговора нет. Отлично порезал, хорошая заточка, хотя с виду смотришь, ну что-то все кривенькое какое-то, широкий подвод, думаешь, ну что-то не это, но порезал хорошо. Посмотрим, что будет здесь. Ну, вот в передней части он шире, чем в задней, соответственно, тоже... Предвижу сложности, плюс флипперы, которые я терпеть ненавижу, в которые упирается рука. И близко не получается взять. О, вы видите, да? Разговора нет. Прям вгрызается огонь. Наверное, скимин точил. Блин, грызет просто супер. Короче, в принципе, лучше, чем я думал, по ощущениям. Вот эта клипса, и она туда-сюда ерзает. Это неприятно. Здесь все хорошо. Вот тут фиксация происходит хорошо. Вот этот последний палец, конечно, сильно страдает, ему не хватает объема. Этот, вот полоска есть, но не болезненная. Вот здесь прям, ну вот как чем-то наколол. Но, повторюсь, лучше, чем я... Механика у ножа хорошая, а для EDC ножа, тем более такого небольшого размера, я думаю, что все-таки главнее механика. Если есть возможность получить ее на шайбах или на подиумах, это здорово. Если нет, то в принципе для такого размера и без претензий на хардьюз ввиду характеристик ножа, там по большому разницы нет. Единственное, что я все же бы хотел здесь видеть керамику.
И честно вам скажу, по своему опыту, ввиду сотрудничества с рядом иностранных брендов, не китайских, я могу сказать, что уговорить их на поставить керамику, это что-то с чем-то. У меня так и не получилось продавить. Вот, поэтому давайте мы его разберем, посмотрим, как у него все устроено. Как я уже говорил, система здесь запирания ровно такая же, как в CVVIC Agent. Да, что кнопка просто с конусом встает в распор именно выточки. Является ли такая система запирания надежной? Да, вполне, поскольку здесь очень большой радиус вот этой юбки кнопки, которая запирает все это дело. Случайно вы тоже вот так вряд ли отожмете, потому что, ну вот, даже если вы делаете что-то тяжелое, кнопка в таком месте, что если вы правша, то все хорошо, она никуда не прожмется. Ее прожимать нужно достаточно глубоко, вот во все вот это вот, как это сказать, углубление. Ну и нам с вами обязательно нужен вывод. По моему личному мнению, это наиболее спорная модель от компании Protec в принципе. На мой взгляд, она излишне распиарена, потому что ничего хорошего с точки зрения каких-то юзабельных функций я вот в ней, честно сказать, не вижу. Если мы говорим про вспороть посылочку и все остальное, то здесь, в принципе, любой нож справляется хорошо. Сказать, что это супер резак для нарезки каких-то там продуктов или еще чего-то, абсолютно нет. Эргономика, да, неплохая, но опять же есть вот этот вот флиппер. Плюс еще момент, вот то, за что я не люблю флипперы. Смотрите, во-первых, это почти варн, да, за исключением того, что здесь есть небольшой прогиб по кромке. И смотрите, вы работаете всего вот такой маленькой частью, поскольку у вас же мешает еще и плавник. Вот прям вообще небольшой частью вы только работаете. Ввиду этого сделаю вывод о том, что такое есть смысл брать, только если вам действительно нравится этот дизайн и он вам по карману. Потому что вопросов лично у меня к этому ножу достаточно много, а учитывая, что вот ввиду всей вот этой вот ситуации с курсом валют, он сейчас стоит очень больших денег, и даже за старую цену хотелось бы от такого ножа побольше. Потому что сталь-то здесь классная, а вот прочувствовать ее и воспользоваться ею по полной, к сожалению, не получится. Поэтому вот такой сегодня обзор. Ссылочки на нож, на подборку протеков будут в описании к видео и в закрепленном комментарии. Магазину Best Blades большое спасибо за предоставленный экземпляр. Всем спасибо, пока!